пешком, зато безвизовый вход. Мне в кайф зафоткать свой фейс на фоне мест знакомых немногих. А где взять кэш? Лучше спроси себя, на кой хер тебе ноги? Обойти планету Земля, есть мечта у меня. Посети кучу стран, взяв с собой зеленый чемодан. Без границ. Доброе утро! Так вот у нас начинается утро доброе в Белгороде, в палатке, на крыше. Отличный вид, отличное утро, отличный город. Все супер! Без долгов и зарплат люди не поймут, зато ты понял сам. Однажды взял с собой зеленый чемодан. Я вас не могу. Чуть-чуть. Это просто... Только что нас подвезли от Белгорода к Воронежу. Ну и нас вывезли сразу на шоссе, которое едет на Ростов. То есть нам не нужно бегать по городу и искать, где же находится это шоссе. Ну сейчас Тима покушал. Что ты пьешь? Это там просто вода, не переживайте. И мы сейчас будем стопить на Ростов-на-Дону, а там я надеюсь, что мы найдем какую-то вписку, что нас туда по каучу или как-нибудь. Мы переночуем уже наконец-таки в квартире, а не в палатке. Сам себе Магеллан, изведать мир, да не только повод. И что мы видели с тобой, кроме бетонных серых коробок? Я знаю все оправдания, но нет причин, чтобы отказаться увидеть земные красоты, если хотим мы. Нам уже не впервые иметь план насчет нашего маршрута, так что отклонившись от него на 300 километров, мы сейчас едем не в Ростов-на-Дону, а в Краснодар. Вот что политические решения в нашей стране принимают все те же западные хозяины ельцинского переворота, и по всей видимости... Еще нам попался очень эксцентричный водитель, который всю дорогу в Краснодар рассказывал нам про Путина, про вселенский заговор, про теорию 300, климатическое оружие, ну и в подтверждение своим словам показывал нам фильмы. Ах да, а еще он нам рассказал по секрету свое большое открытие, что войну на востоке Украины организовал Путин. Дым из ушей, воду кувырок, не верится, что дома был еще вчера. И точно уж реальность верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам идти дальше. Ведь ноги до ныне не только на танцы. Если хотим мы везде оказаться, пакуй зеленый чемодан. Вот самая главная центральная улица Краснодара. Она называется Красная. Красная — это, скорее всего, от... как нам объяснили, от украинского слова «красно». Ну что, вроде бы «красное». «Красное прекрасное». Да, «красное прекрасное», ну вы поняли. В общем, сейчас такой кайф просто идти без рюкзаков, прогуливаться. И наконец-то вот мы реально гуляем, реально как настоящие туристы, а не как эти бродяги или как... Как он нас называл, Геннадий Николаевич? Покорители мира? Меня вылетело из головы, я не могу сейчас вспомнить. Ладно, это вырежем. В общем, за все это путешествие мы потратили, ну, буквально копейки. Я не знаю, я, наверное, ну сколько? Почти ничего. Мивина, мороженое на проезд. А, на проезд 15 рублей. Ну и потом мы еще купили на заправке. Ну, пришлось на заправке. В Харькове билет. Да. Ну, а в Харькове билет на поезд, надо стоит вообще понты 17 гривен. А также, ну, мы купили на заправке, ну, водителя угостили кофе, это обошлось 277 рублей, что довольно... 273 рубля, да, что довольно дорого, но все-таки мы просто угостили водителя, он нас подвез все-таки угловое расстояние. Кстати, водитель был очень прикольный, он был такой ярый любитель партии воли. Вот, и так что все. Пол дороги мы смотрели фильмы про Путина, про политический режим России, а также про всякие аномальные штуковины, которые связывают русских и там Америку, про великих 300. Мы добрались до города Воронежа, из Воронежа Краснодара, это заняло 900 километров. Да, это заняло 710 километров, мы добрались автостопом.
никаких проблем не было, все было хорошо. Нас кормили, давали горячую воду, чтобы мы там запаривали мивинку, так что все было классно. А потом нам еще офигительно повезло, потому что наш водитель заехал в Краснодар, и ему нужно было выгружать его товар, он, кажется, вез теплоблоки, но это не важно, выгружать его товар рядом с магазином, торговым центром, там, где работает сын односослуживца моего отца, который как раз в это время оттуда должен был ехать по своим делам. Он нас забрал, и мы закинули у него вещи в гараж. Как модель, да? Я все знаю, что мы учились в Суворовском, да? Игорь Суворович. Ну а мы-то были в Питере, то ты видел. А Игорек в Питере. Суворовском был. Ну не важно. Да, ну не важно, это все детали. Главное, дети-то наши. Да. Так, ну и, в общем-то, за смелых отчаянных путешественников, за их безопасность. Алло, Серега, привет. Рад тебя слышать, рассказывай. Да. А мы как раз приехали. Я ездил тут на приключения, так сказать, на юбилей выпуска в Питер. Вот. А сейчас ко мне приехали дети моего однокашника по училищу. Вот. И они, представляешь, детские какие, молодые люди. Они едут, как это называется, пидстопом в Киева. В автостопе. Да. Киева через Россию. Через Кавказскую республику, через Грузию, в Турцию. Смелые дети, да. Ну вот сейчас мы сидим за столом, их поймали тут по трассе, значит. И такая у нас встреча. Ты что любишь? Ну да, да. Ну родители, конечно, перепуганы, и нам звонили с утра еще. Да? Это с раннего. Мы как-то там попытались их найти и даже отговорить. Короче, вот. Всё, давай. Я просто ем курицу. А какая еще? Выбирайте. Ну, как бы да, мы любим гостей, да. Вы что-то никак не едете. Теряю телефон, поэтому у меня вот такой вот супербюджетный. Пачка, это вместо гамбургеров не то. Ну, давай, это русский шоколад, давай, это вот. Я вот так никогда и не хочу туда, не бойтесь вас. Да, пожалуйста, ты все, что хочешь, блин. Обалдеть. А, это все, он мне дал. 1000 рублей. Нам все, это на все угостили, это на все подарили.